Очень волнующий день. Слушайте, необычное дело. А разве вам не все равно, повесит кого-нибудь или нет? Нет, разумеется. Господин Рагунат. Господин Рагунат порядочный человек. И что этому парню пришло в голову убить его? Этот, смотрите, смотрите. Господин Рагунат здесь? Да, здесь, господин судья. Обвиняемый здесь? Да, господин судья. Кто будет защищать его? Кто же будет защищать обвиняемого? Обвиняемый, у вас есть защитник? Тогда мы вам назначим защитника. Господин судья. Я буду защищать обвиняемого. Не нужно мне никакой защиты. Радж, пойми, дорогой, никто, кроме меня, не знает правды. Я расскажу обо всем на суде. Обвиняемый Радж, вы даете свое согласие? Да. Обещаю от суда ничего не скрывать и говорить только правду. Господин Рагунат, известно ли вам, почему обвиняемый Радж хотел вас убить? Какие были у него для этого основания? Это ненависть.
которую прирожденный преступник питает к судье, являющемуся представителем закона. По-вашему, это единственная причина? Конечно. Между нами нет ничего общего. Господин судья, я больше вопросов не имею. Тогда я предоставляю слово защите. Учитель, вы мне часто говорили, что когда совершается правосудие, никто не смеет кривить душой. И сейчас вы должны простить меня, если то, что я здесь расскажу, причинит вам боль. Это моя первая речь в суде. Благословите меня. Обвиняемого вы назвали неисправимым. Что это означает? Я прошу объяснить. По-моему, это незачем объяснять. Подсудимый родился бродягой. От своих родителей он унаследовал преступные наклонности. Скажите, у вас есть дети? Нет. Это не имеет отношения к делу. Имеет отношение. Прошу вас вспомнить. А когда-нибудь у вас были дети? Нет. Я повторяю, это не имеет отношения. У меня есть еще вопрос к вам. Когда, как и за что вы выгнали из дома жену? Господин судья, обязан ли я отвечать на такие вопросы? Уважаемый адвокат, задавайте вопросы, которые непосредственно относятся к делу. Мы должны установить, было ли совершено покушение, если да, то по какой причине? Я не могу слушать. Перестаньте, я скажу сам. Я убийца, я хотел убить его. Тише, тише. Продолжайте, пожалуйста. Господин судья, как видите, обвиняемый не отрицает факты покушения. Теперь возникает вопрос, почему он его совершил? Причина серьезнее, чем кажется на первый взгляд. И я надеюсь, что смогу ее раскрыть. Но господин Рагунат должен мне ответить. Продолжайте. Я повторяю свой вопрос. Расскажите господам судьям, когда, как и за что вы выгнали из дому жену? Вспоминать прошлое очень тяжело, но сейчас это необходимо. Ваш ответ важен не только для обвиняемого, но и для вас. Это очень тяжело, я понимаю. Но расскажите. Расскажите же. Умоляю вас. Умоляю. Когда? Как и за что вы выгнали из дому вашу жену? Когда? Как и за что вы выгнали из дому вашу жену? Это было 24 года назад в городе Лакнау. Я женился тогда на девушке, которую безумно любил. Она была добра и прекрасна, и я никогда не расстался бы с ней, если бы не мои родственники. Они вынудили меня сделать это. Однажды мы с Лилией возвращались домой из Аллахабада. Мог ли я знать тогда, что лодку моей жизни так быстро вынесет течением на середину реки? Hoshiyar,
धार होशियार होशियार कह दी चंचल धार होशियार होशियार नैया तेरी मझधार होशियार होशियार हो हैया हैया 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 हो हैया काट का टुकड़ा बह जाता है डूब के रह जाता है ज्ञानी सोच विचार होशियार होशियार ज्ञानी सोच विचार होशियार होशियार नैया तेरी मझधार होशियार नैया तेरी मझधार होशियार होशियार हो भैया भैया हो भैया Ты думаешь? О том, что пели эти люди. Говорят, здесь неспокойно. Появились какие-то бандиты. Бандиты? Да. Но ты не бойся. Со мной ты можешь ничего не бояться. Ну, пора спать. Иди. Проводить тебя? Нет, не надо. Не стреляйте! Вы убьете госпожу! Негодяи, что вам нужно? Что я вам сделала? Зачем вы привезли меня сюда? Отпустите меня! Как вам не стыдно? Что вам нужно от меня? Стыдно? Стыд бывает у порядочных людей. А я бандит. И отец мой, и дед были бандитами. Ну, а меня бандитом сделал твой муж, Рагунат. Мой муж? Кто вы такой? Джага. Бандит Джага. Однажды меня арестовали. Вел дело Рагунат. Меня ложно обвинили. Хотя я ни в чем не был виноват. Да, не был! Он посадил меня в тюрьму только за то, что я сын бандита. Мою жизнь погубил твой муж, и я буду мстить! Да, буду мстить ему. Унесите ее. Ну как, она пришла в себя? Нет, она без памяти хозяин. Ты похитил двоих.
Она беременна. У нее будет дитя. Мучить ее страшный грех. Ты за это пойдешь в ад. Лучше отпусти ее. Ах, вот что. Значит, у судьи будет ребенок. Мне Рагунат тогда сказал, сын человека честного будет всегда честным. Ну, а сын вора обязательно станет вором. Посмотрим, будет ли честным сын Рагуната. Когда она придет в себя, отпусти ее. Итак, сын честного честный, а сын вора, конечно, вор. Позвольте поздравить вас, господин. Разве сегодня праздник? Большой праздник. Вернулась госпожа. Что ты сказал? Вернулась? Сегодня. Лиля! Лиля! Где моя любимая? Лиль! Лиля! Где ты? Иди скорее ко мне! Лиль! Лиля! Я опять дома. Я опять рядом с вами, даже не верится. Лиля. Смотри. Зажигают свет. Дай мне, дай. Я сам зажгу. Скажи, Лиля, а как же тебе удалось от них убежать? Ведь эти бандиты никого не щадят. Ничего не могло со мной случиться. Ваша любовь оградила меня от всех несчастий. Я принесу вам халат. Вы наденете? Одну минуту. Лили, я так по тебе тосковал. Я разыскивал тебя повсюду. Я поднял на ноги всех. Лиля. Ты измучилась, бедняжка. Какое счастье, что ты снова дома. Лиля. Но я этого так не оставлю. Я узнаю имя бандита. Джага. Его зовут Джага. Он сказал, что вы когда-то осудили его. Джага? Значит, он бежал из тюрьмы. Так. Я этого негодяя повешу, если он попадется мне в руки. Он хотел отомстить вам. И только ваша любовь спасла нас. Я могу спросить вас? Конечно. Правда ли, что сын честного отца всегда честен, а сын вора обязательно вор? Да, безусловно. Постой, зачем тебе это? Так. Скоро появится маленький гость. Нарт! Гость? Что ты говоришь? Он, как и вы, будет судьей. Ну? Мне надо торопиться. Вы? Вы меня не поняли. Я должен уйти. Потом поговорим. Посмотрите. Вам нравится? Очень. Очень. Нат, мне кажется, что вы рассердились. Я? Рассердился? Нет, я... Это тебе показалось. Я буду дома к обеду.
Что такое? Баби, а где слуги? Я в доме хозяйка, я жена твоего старшего брата, и я должна целый день работать за всех. Я принесу воды. Твоя жена бездельничает, сидит как королева, я не потерплю этого. Не сердитесь, прошу вас. Это я велел ей отдыхать. Вы ведь знаете, она в положении. Вам известно, что она будет? Да, 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 произведет на свет дьявола. Дьявола и своим грехом опозорит наше имя. Что такое, Баби? Что такое? Ты еще меня спрашиваешь? Я сказала только то, что уже давно говорят все. Она была у бандита, а этот бандит Джага, он решил мстить тебе. Зачем повторять сплетни? Люди злые, Баби. Так ты что, выше бога Рамы, что ли? А он за такой же грех богиню Ситу прогнал из дому. Даже она понесла на крылья. Вот видите, кувшин разбился. Можно склеить кувшин, он останется таким же. Можно склеить. Но ты не склеишь зеркало чести твоей жены, глупец! Отвечай мне на вопрос. Я тебя спрашиваю. Ты ни от кого не слышал о том, что жена тебе изменяла в твое отсутствие? Так все в деревне об этом говорили, но я на это не обращал внимания. Хорошо. Но ты все-таки знаешь, почему она так вела себя. Я знаю одну женщину лживо от рождения. Ты опять болтаешь в сторону. Тише, тише. Нельзя так вести себя, Рагунат. Твое новое назначение может не состояться, а ведь тебя должны были сделать старшим судьей к концу года. Новое назначение? Нет, мне старшим судьей не быть. Кто мне сейчас доверит такое место? Я теперь на всю жизнь опозорен. Рагунат. Поведение Лили очень странно. И не стыдно тебе? Ты веришь этой отвратительной клевете, ведь это нелепо. Поверить трудно. Но все в городе только об этом и говорят. Чепуха, пустая болтовня. Я с тобой согласен. Мне хочется этому верить. Но все говорят другое. Говорят страшные слова. Твоя жена тебя опозорила. Она погубила твою честь. Ну и что же теперь будет? Что будет? Не знаю. Петь, Петь. На ту, на нас, Баби, помогите же мне. Помогите же кто-нибудь. Я боюсь, почему никто не подходит ко мне. Рагунат! Помни, Рагунат! Помни, она не должна рожать у нас в доме, слышишь? Пусть убирается отсюда, она должна страданиями искупить свой грех. Я ей не разрешу запятнать наш благородный род. Знаю, если ты сам ее не выгонишь, я выгоню вас обоих. Сейчас мне уже не страшно. Я так устала. О, Боже, что она сказала, вы слышали? Она хочет меня прогнать отсюда. Говорит обо мне так несправедливо, будто я опозорен. Но теперь вы пришли наконец, и меня не тронут. Я так устала. Теперь я буду спокойна.
Почему вы уходите от меня? Останьтесь, прошу вас. Я буду матерью вашего ребенка. Неужели? Неужели вы с ними заодно? Пожалейте меня. Рагунат, не забывай, как поступил Бог в храм. Ты должен прогнать ее, слышишь? Ах, почему вы молчите? Послушайте, послушайте. Боже, почему вы молчите? Мне страшно. Вы же знаете, в каком я положении теперь. Я буду матерью. Очень скоро. Я буду матерью вашего ребенка. Уходи сейчас же! Ты слышишь? पतिव्रता सीता माई को तूने दिया बनवास क्यों न फटा धरती का कलेजा क्यों न फटा जुलम सहे भारी झलक दुलारी जुलम सहे भारी झलक दुलारी राम की जानी मारी मारी झलक दुलारी मारी मारी झलक दुलारी जुलम सहे भारी झलक दुलारी जुलम सहे भारी गगन महल का देखो कैसा खेल दिखाए कैसा खेल दिखाए ओ गगन महल का राजा देखो कैसा खेल दिखाए कैसा खेल दिखाए दीप से मोती गंदले जल में सुंदर कमल खिलाए खिलाए सुंदर कमल खिलाए अजब तेरी लीला है गिरधारी अजब तेरी लीला поздравляю Прекрасное начало. Ваш сын родился в грязи, господин Рагунат. А вы знаете, что происходило с вашей женой после того, как вы ее прогнали? Нет. Вы даже не пытались узнать. Нет. Тогда мне придется рассказать вам. Чтобы избежать еще больших страданий, ваша ни в чем не повинная жена оставила Лакнау. Она вынуждена была поселиться в Бомбее. Ваш сын вырос в нищете, в трущобах. Я первый, мое! Ага, промахнулся! Полиция, скорее бегите! Опять ты здесь? А, господин сержант. Ну что ты, как обезьяна, сидишь на заборе? Ты бы в школу ходил. Чтобы ходить в школу, надо иметь много рупий. А у моего бедного папы денег нет. Не на что меня учить. Радж беднее, а учится все-таки. Ходит в школу. Его мать всегда сидит за работой, чтобы ее мальчик смог... Ха! Он мальчик! Он девчонка! Он кукла!
Ма, почему ты мне всегда мажешь голову? От этого у тебя волосы будут блестеть. Меня все ребята дразнят девчонкой. Пусть дразнят, милый. Не обращай внимания. Тебе нечего с ними дружить, ты учишься в школе. А они целый день на улице. Рано или поздно их посадят в тюрьму. Они как бродяги. Бродяги? А кто они такие? Те, кто не любит работать, бродят по базару. Они крадут чужое добро и пьют вино. Эти бродяги плохие люди, они играют в карты. Значит, весело. Ма, я тоже буду бродягой, когда вырасту. Что ты сказал? Не смей никогда говорить так. Ты не будешь бродягой, мой дорогой. Ты будешь судьей. Как твой папа, слышишь? Его на улице продают. Пойди купи. Что ты сидишь в классе? Мне не на что покупать. Как? Разве тебе денег не дают? А мой папа дает мне рупию каждый день. У мамы нет на мороженое. Возьми, съешь это. Нет, брать у чужих мама тоже не разрешает. Ах, брать не разрешает? Тогда можешь отнять. А, дикарь. Дикарь? Но. Слушай, Рач, ты придешь ко мне сегодня? Я? А что такое? У меня сегодня день рождения. Приходи обязательно. Будет весело. Ко мне придут все мои друзья. Мы будем танцевать и петь. Поздравляем с днем рождения! Поздравляем с днем рождения! Я очень рада, очень рада, очень рада. И я благодарю всех. Здравствуй, Радж. Ты мне принес подарок? Мне его не на что купить, Рита. Я принесу в другой раз. Ты считаешь, что подарить можно только то, что в магазине? Ты можешь подарить даже цветок. Даже цветок? Ну вот. Я тебе дарю этот цветок. Но только ты не забывай, что когда-нибудь я тебе принесу дорогой, настоящий подарок. Хорошо. Но все равно он мне не будет дороже этого. Рита, иди, тебя зовет отец. Иду. Скорее, Радж, я познакомлю тебя с папой. Ну, ты всегда так говоришь. Рита, иди, поздоровайся. Здрасте, господин судья. Это Рита? Такая большая девочка? Я бы никогда не узнал ее. Ну, поздравляю. Извини меня, я только что приехал и не успел купить подарок. Знаешь что? Я подарю тебе цветок. Вот... вот этот. Спасибо. Нет, нет. Я его сам прихожу. Но я опоздал. Тебе уж кто-то подарил цветок? Вот там. Этот цветок мне подарил Радж. Папа, познакомься, это Радж. Мы учимся в одном классе. Ах, Радж. Добрый день. Здравствуй, мальчик. Добрый день. Здравствуй. Господин судья, Радж, когда вырастет, тоже будет судьей. Замечательно, замечательно. Ты выбрал профессию удачно. Это твой отец посоветовал тебе. А как зовут твоего отца? Не знаю. Мы живем одни. Мама и я. Отец умер? Нет, нет, он не умер. Мой отец жив, но только... мы... Понятно, он с вами не живет. Он бросил вас. Он плохой человек. Не говорите так о моем отце. А то... Рита! И ты позволяешь дружить с ним своей дочери? Иди, Рита, иди. Скажи, чем он не угодил тебе? Мне мальчик очень нравится. Я не могу понять тебя. Мальчик не знает даже имени своего отца. Ах, вот что. Ты до сих пор не отказался от своей нелепой теории.
Как звали того бандита? Да, Джага. Я помню твою речь на этом процессе. Только сын честного человека вырастет честным, а сын вора будет вором. Я убежден в этом. Ну да, ну да. Рагунат, отсюда идут все твои несчастья, но твое убеждение предрассудок. Из-за этого ты выгнал из дому свою жену. Из-за этого ты теперь навсегда одинок, Рагунат. И из-за этого же ты хочешь разбить дружбу двух детей. Скажи мне, ну что тебе сделал этот мальчик? Он ничего. Но я уверен, что не случайно мать мальчика скрывает имя его отца. Возможно, его отец бродяга. Может быть, даже преступник. Вот я, например, не позволил бы своей дочери дружить с таким мальчишкой. Сын плохого отца хорошим быть не может. И мнение своего я не могу изменить. Смотри, это портрет Риты. Мама, ты опять работаешь целый день? Тебе нельзя, ты же больна. Я тебе не разрешу больше работать, слышишь? Милый, тогда мы с тобой умрем с голоду. Я мужчина, я сам буду работать, вот что. И в школу я не пойду. Что ты сказал? Что ты сказал? Не пойдешь в школу? Ты не должен так говорить, ты непременно должен учиться. Иначе ты никогда, никогда не будешь судьей. Милый сын, ты должен учиться, чего бы это ни стоило. Буду. Я буду учиться. Учиться работать. Мне уже не хочется быть судьей. Знаешь, мама, я видел одного судью в доме у Риты. Он мне очень не нравится. Так, страница 20. Радж. Извините, господин учитель, я немного опоздал. Я теперь работаю. Ага. Это у тебя. Вот щетка. Это крем для ботинок очень хороший. За этот крем тебя и исключили из школы. Что? Тебе здесь больше нечего делать. Господин учитель, я же деньги принес. И если прикажете, я больше никогда не буду чистить туфли. Тише! Значит, я не буду учиться. А можно я с Ритой поговорю? Передам подарок, я принес его. Нет, нельзя. Рита больше не учится здесь. Она уехала в другой город. Эй, ты, болван! Ты зачем сшиб мою рюшку? Пожалуйста, прости, я спешил очень. Он спешит, ишь ты какой, дай ему. Вот маменькин сынок, дай ему. Отпустите меня! У меня мама больна! Вы меня завтра побьете! У меня мама больна! Отпустите Эй, меня! Ты! А? Значит, мама больна! Да, да. Его мама больна! Бегите, Жага идет! Бегите, бегите! Жага идет! Жага! Жага!
Давай, ты пойдешь со мной. Куда? Вставай, пойдем. Ты должен стать таким же, как я. Таково было желание твоего отца. Так вы знаете моего отца? Да. Знал когда-то. Мы знакомы давно. У меня с ним старые счеты. По его милости я стал тем, кто я есть теперь. Мне нужно работать. Обязательно нужно. Что? Зачем? Дайте, пожалуйста, мне работу. У меня мама больна. Я буду делать все. Мыть посуду, стирать белье. Я даже могу быть грузчиком. Еще я умею писать. Дайте мне работу, дайте мне работу. Щенок, ты хочешь работать? Ты не глуп, а умные люди не работают. Нам же нечего есть. Не нужно найти работу. Учись красть. Красть? Нет. Что вы? Нет. Нет. Да, да. Ты будешь воровать, будешь красть, грабить и убивать. Так я, слышишь ты, всю жизнь. Радж. 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 Ты почему так долго не приходил? Ах, ты проголодался? Иди, иди, кушай. Кушать? Ты варила обед, мама? Да-да, я много сварила. Все еще горячее. На второе картофель. Все там на полке. Суп в чашке, это тебе. Кушай, дорогой, ты же голоден. Ты все нашел, Радж? Нашел, да? Да, мама, нашел. И картофель нашел, и кусок хлеба. Очень вкусно было. Я поел, спасибо. Ты сыт? Ну, теперь мне принеси поесть. Мне хлеба немножко. Дай мне хлеба. Сейчас. Я принесу хлеба. Обязательно. Да, да, ты будешь воровать, будешь красть, грабить и убивать, так я, слышишь ты, всю жизнь. Валишка, не стыдно красть, а? Мне нужен хлеб. Мама больна. Хлеб для нее, она голодная. Пойдешь в полицию, негодный мальчишка? Как твое имя? Твое имя? Радж. Имя твоего отца? Не знаю, мы живем с мамой. А где вы живете? Где ты живешь? Не буду говорить. Не буду отвечать. Но за тебя должны поручиться, иначе ты окажешься в тюрьме. Где? Ты куда бежишь? Пустите меня! У меня мама больна! Я не хочу в тюрьму! У меня мама больна! Пустите меня! Как так, друг мой? Пока что это первый твой шаг. А длинным будет путь. По очереди. Подходи следующий.
Что ты нашел в этом смешного? Это что, по-вашему? Хлеб. Неужели? Да. Неужели это хлеб? Да. Нет, быть этого не может. Почему? Вы знаете, что бывает, когда нет хлеба в доме? Представьте себе, что из-за такой маленькой штуки начались все мои несчастья. Из-за куска хлеба я впервые попал сюда 12 лет тому назад. Дай сюда, на воле позавтракаешь. Ага. Сегодня кончился твой срок. Что? Опять скоро явишься. Ты у нас частый гость. Срок кончился? Да. Тогда прощайте. Теперь меня не скоро увидите. Я что-то задержался в вашей гостинице. Брось воровать, если хочешь жить в другой гостинице. Иначе опять попадешься. Брошу, сержант. Ты бы лучше поступил работать. Обязательно, сержант. Да тебе трудно верить. Бог тому свидетель, сержант. गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ घर बार नहीं संसार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ आबाद नहीं बर्बाद सही गाता हूँ खुशी के गीत मगर गाता हूँ खुशी के गीत मगर जख्मों से भरा सीना है मेरा हंसती है मगर ये मस्त नजर दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर कमारा हूँ गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ Радж, наконец-то ты вернулся. Ах, как я рад, сынок. Ну что, босс, делаешь бизнес? Ты что, в тюрьме английский язык выучил? Я там вращался в лучшем обществе. Вряд ли стоило терять зря время. И это пригодится. Ты был дома? Нет еще. Как там моя мать? Она считает, что ты в отъезде. Она уверена, что ее сын на солидной службе у хорошего хозяина и сейчас в командировке. Так что ты должен прилично одеться. Деньги на это я дам, сынок. Скажи-ка, Джага, мать получила мою долю денег? Конечно, мой мальчик. Каждый месяц я посылал. Мы в расчете. Но для тебя мой кошелек всегда открыт. На вот. Ты это ищешь?
Мне показалось, что ты его приготовил для меня. Хочешь, я тебе немного одолжу? 5 или 10 рупий. Молодец, сынок. Хорошо работаешь. Ты даже превзошел мои ожидания. Да. Пожалуй, теперь бы твой отец не сказал. Сын честного отца всегда честен. Мама! Радж! Хелло, мама, моя дорогая! Радж! Радж! Милый Радж, покажи скорее, какой ты стал. Мой дорогой, мы же с тобой не виделись почти целый год. Расскажи, где вы так долго с хозяином были? Где я только не был. Кажется, я объездил весь свет. Неужели? Лондон, Франция, Париж, Нью-Йорк, Америка. Я даже заезжал в тюрьму Артур Рот, дорогая. Моя работа импорт-экспорт, ты понимаешь? А что это такое? Как? Что такое импорт-экспорт, ты не понимаешь? Это очень интересно. Твой сын такой крупный делец, а ты даже не представляешь себе, чем он занимается. Ну, слушай. Импорт-экспорт, как тебе объяснить? Это вещи отсюда туда, а оттуда вещи сюда. Понимаешь? Только чаще случается, что оттуда вещи сюда. Ах, вот что! Это все очень сложно, дорогой. А теперь ты отдохни, а я пойду приготовлю тебе чай. Что же ты глядишь? Ну, вор. Бродяга и вор. И преступник. Ты зачем повернул портрет? Не знаю. Не знаю, мне кажется, будто она преследует меня взглядом. Ты же говорил, что она твой друг детства. Интересно, где она сейчас? Почему бы тебе не отыскать ее? Потому что она забыла меня. Детство давно прошло. Ну что ж, я пойду. А как же чай? Не нужно, мама, чай. Я скажу к своему другу. Мой Радж совсем уже взрослый. Thank you.
Сколько ты принес? 3500. Пополам. Зачем тебе эта мелочь? Ты можешь заработать в несколько раз больше. Как это? Завтра будет открыт новый банк. Понял? Мы не можем пропустить церемонию открытия. Дело пустяковое, план я составил. Нужно только достать машину. Машину? Хорошую машину. Меня это ничего не стоит. Завтра в 11 утра. Ага. Не опоздай. Будь спокоен. Прекрасно. Я тобой горжусь, сынок. Машина нужна. Ты знаешь, в 11. Есть замечательная машина. Машина? Да. Где? Во, видишь? У кого ключ? Верну у хозяйки. Она стоит у входа в магазин. Пошли. Смотри осторожнее. Что это такое? Ключа нет. Что же теперь делать? Вернуть сумку хозяйке. Зачем это? Знакомство нам пригодится. Брось ты. Ты ничего не понимаешь. Вернуть выгоднее. Попадешь ты, Радж. У меня украли сумку. У меня украли сумку. А вы не видели, кто это? Вы же здесь были. У меня вырвали ее из рук. Скажите, а вы сами не видели вора? Нет, я бы его задержала. Может быть, вы? А это вы? Я? Если так, то вы. Вон бежит вор, смотрите. Вон он, держите! 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 Не догнали. Он через стену перелез. Сейчас. А ну-ка, подсадите. Вот, вот так. А, ты здесь. Сейчас я тебе покажу. Вот я тебе покажу. Как тебе не стыдно? Зачем ты украл сумку? Тебя за это убить могу! Вот тебе! Вот тебе! Не смей красть! Вот тебе! Получай! Вот тебе, вор! На! Вот тебе! Не будешь красть! Вот тебе! Я тебя убью! Негодяй! Не захочешь больше красть! Жулик! Вот тебе! Я тебя отведу в полицию! Тебя повесят! Ай, негодяй! Ты еще дерешься? А? Ну, хорошо же. Я тебе еще не так дам. А так. На, получай. Не будешь больше воровать. Стой! Стой! Ну, вот и все. Ух, и устал же я.
Этот вор убежал. Так, а сумочку можете получить. Кажется, все в целости. Я вам доставила столько неприятностей. Что вы, это такие пустяки. Я рад, что удалось отнять ее. Мне очень неудобно, что так получилось. Вам пришлось подраться с этим вором из-за моей сумки. А я еще подозревала вас. Это меня не удивляет, госпожа. У меня такой вид, что даже полиция иногда ошибается. Желаю счастья. Ну, видали? Ловко я обманул ее. Просто замечательно. А теперь, ребята, пора за дело. Займемся машиной. Подождите меня. Я переоденусь. Сознайся, Радж, эта девушка тебе понравилась. Ладно, ладно. Пошли. Туда? Зачем? Как зачем? Нужно, меня ждут, я пришел сюда по делу. Вас вызвала госпожа? А? Вызвала госпожа, вызвала госпожа. А, так вы настройщик роялей. Я? Да-да-да-да, верно, настройщик. Там стоит рояль. Не здесь же? Ну, конечно, нет, пойдем скорее туда, я выясню, в чем там дело. Я, кажется, в дом миллионера попал. Алло, красотка. Что вы сказали? Ничего. Я сказал, что эта дама мне очень понравилась. Эта штучка тоже не дурна. Очень не дурна. Эта дама... Начинайте работать! Вот рояль. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это очень плохой рояль. Придется заняться им. Взгляни. Тут много работы, и я быстро не смогу сделать. Это трудно. Да-да. Но я постараюсь. Это вы? А это вы? Как вы сюда попали? Почему валяется моя зажигалка? Я уронил ее. Что?
Я пришел, потому что мне хотелось видеть вас, но только вы не сердитесь. Нет, что вы, я очень рада вам. Я сама хотела пригласить вас, но у меня не было вашего адреса. Мне трудно было это сделать. Как вы смогли меня найти? А? Что? Как вы нашли меня? Это мой секрет. Я вам скажу, я могу вам только сказать, что судьба привела меня сюда. Садитесь. Спасибо. Сигарету. Огня? Нет, нет. Благодарю. Госпожа, вот настройщик роялей. То, что такое ты говоришь? Да, к сожалению, он принял меня за настройщика. Но вы же сами так сказали. Ну, хорошо. Там кто-то пришел. Посмотри. Я не понимаю. Он принял вас за настройщика? Но это случается. У меня такой вид. Нет, господин инспектор, в нашем доме не прячутся воры. Одну минутку, я сейчас вернусь. Инспектор? Интересно, зачем он пришел сюда? Извините меня, только что был украден автомобиль, и вор побежал куда-то сюда. Он не мог спрятаться у вас в доме? Нет, нет, здесь посторонних нет. Господин инспектор, это не совсем так. Я здесь посторонний. Вы не меня ищете? Я недавно пришел сюда. Нет, нет, что вы, нет. Извините меня. Садитесь. Как здесь красиво. Очень. Это дом судьи. Судьи? Да. Он мой опекун. Опекун? Значит, он как стрелочник, указывает вам путь. Нет. Просто он очень заботится обо мне. После смерти отца мы уехали с ним в Бомбей, чтобы я могла здесь учиться. И это все принадлежит одному судье? Вероятно, он разбогател, оправдывая преступников. Вы ошибаетесь в нем. Он очень принципиален и никогда не оправдывает виновных. Это мне особенно приятно. Не бойтесь. Если вы когда-нибудь провинитесь, он будет вас судить, возьмите меня в защитники. Как? Вас? Я же адвокат. Я думал, что вы еще учитесь в школе. Ну что вы, через 2 месяца я получу диплом. Я стану адвокатом. Здесь живут адвокат и судья. Суд начать можно. Подсудимого тоже не нужно искать, он здесь рядом, это я. Да? А за что вас судить? Я краду. Что? Залезаю в карманы, краду деньги, разные вещи, даже машины, это профессия. Зачем вы так шутите? Садитесь. Вы мне не верите? Конечно, нет. Я считаю вас честным человеком. Большинство людей впадает в эту ошибку. Человека, который достоин презрения, преступника очень уважают, потому что он хорошо одет, вы понимаете? Никто не скажет, что это вор, а людей бедных, но честных считают за воров, потому что они не могут купить себе одежду. Они всю жизнь трудятся, но не каждый день едят. Их даже можно посадить в тюрьму за это. А богачи, кто они такие? Эти почтенные господа, воры, как и я. Вы работаете в банке по обмену валюты, я угадала? В банке, да, мне часто случается там бывать. И я занимаюсь обменом, вы угадали. Вот видите. А как вас зовут? Откуда он здесь? Чей это портрет? Мой. Ваш? Да. Он был сделан давно, в день моего рождения, когда я была маленькой. Как ваше имя? Рита. А что? Рита? Не могу поверить. Неужели это вы? Пойдемте со мной, я покажу вам одну вещь. Помните ли вы тот ваш день рождения?
Пойдемте. Радж. Рита. Ты. Вот мы и встретились. Ты изменился, тебя не узнать. Прошло много лет. Столько лет, Радж. Я о тебе думал. Я тебя искал. Правда, ты меня искал? Значит, ты обо мне не забыл? Ты в этом сомневаешься. Я тебя так хотел найти. Радж. Колледже была лекция, и я заехал туда. А теперь плохо чувствую себя. Ничего удивительного. Вы же знаете, что доктор велел вам соблюдать режим, а вы не слушаете. Обедать надо в 7, а сейчас сколько? Взгляните, даже часы бронят вас. Идемте. Thank you.
что с тобой сегодня? Ты так весела, так оживлена, глаза горят. Уж не нашла ли ты клад? А вы не ошиблись. У меня сегодня радостный день, я встретила друга. Я хочу вас с ним познакомить, он вам понравится. Кто такой этот твой друг? Что он делает? Где живет? Кто его родители? Радж мой друг детства. Мы не виделись 12 лет. А теперь мы снова с ним встретились. 12 лет? А люди очень быстро меняются. Радж очень переменился. Он был молчаливым, а теперь все шутит. Я спросила его, что ты теперь делаешь? Он сказал, краду. Ты уверена, что это шутка? Да. А почему вы об этом спрашиваете? Не зря. Видишь ли, то, что кажется тебе остроумной шуткой, может оказаться правдой. Буду тонуть, я и тебя захвачу. Ах так? Да не один. Держись теперь. Скажи, пожалуйста, ты до сих пор еще не одета. Ха! Что это значит? Разве ты не знаешь, что порядочный человек не должен смотреть на девушку, когда она переодевается, не знаешь? Нет, мне это неизвестно. Порядочный человек? А я кто? Ты? Дикарь. Дикарь? И догонишь. Вот я покажу тебе. А, это же очень больно. Настоящий дикарь. Я дикарь? Да-да, дикарь, дикарь. Дикарь? Дикарь и бродяга? Больше называть меня так ты никогда не будешь. Больше ты никогда не повторишь этих слов. Всю мою жизнь меня называли бродягой и бандитом. Я слишком много от этого страдал. Я не думал, что и ты можешь сказать так. Прости меня, Радж. Бей, если хочешь. Ну, бей. Кого бить? Тебя? Или себя самого? Thank you.
Радж, о чем ты думаешь? Где ты? Там. Иди сюда. Куда? Ко мне. Зачем? Так. Ты не смотришь на меня. Ты смотришь на Луну. Радж. Нет. На облако. Отчего ты грустишь? Отчего ты вместо Луны видишь черное облако? Ты не можешь мне сказать? Тебе я все могу сказать. Рита. Мы не виделись 12 лет. Верно. Многое изменилось за 12 лет. Это же сказал мой опекун. По-моему, это не так. Ты же видишь, дружба наша осталась прежней. Он сказал правду, Рита. Ведь ты обо мне ничего не знаешь. Не знаешь, чем я занимаюсь. Не знаешь, кто я такой. Как я живу. Ты совсем ничего не знаешь. Я ничего не хочу знать. Я знаю одно. Ты — это ты. И я люблю тебя. Рита, какая ты хорошая. Какой ты ребенок. Ты сам ребенок. Дикарь. Хорошо, пускай. Вон она. Луна. Угу. Смотри, улыбается. О, ведь скоро день моего рождения. День рождения? Да. Сколько тебе лет? 20? Разве ты не знаешь, что у девушек нельзя спрашивать об этом? 21. А, нет, на нас смотрит. Кто? Луна. उधर मुंह फेरे दम भर जो उधर मुंह फेरे ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी बातें हजार कर लूंगी दम भर जो उधर मुंह फेरे ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी बातें हजार कर लूंगी दिल करता है प्यार के सजदे और मैं भी उनके साथ चांद को चंदा रोज ही देखे मेरी ही पहली रात हो मेरी ही पहली रात बादल में अब छुप जा रे वो चंदा प्यार कर लूंगी बातें हजार कर लूंगी दम भर जो इधर मुंह फेरे दम भर जो इधर मुंह फेरे ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगा नजरें तो चार कर लूंगा मैं चोर हूँ काम है चोरी
मैं चोर हूँ काम है चोरी दुनिया में हूँ बदनाम दिल को चुराता आया हूँ मैं यही मेरा काम हो यही मेरा काम आना तू गवाही देने ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूँगा नजरें तो चार कर लूँगा चार कर लूंगा दम भर जो उधर मुंह फेरे если ты сделаешь еще один шаг лодка опрокинется что же делать Пусть опрокинется. Вам нужно принимать лекарства за обедом. Я знаю, но обедать надо в 7. И часы на меня сердятся. Так хорошо. Мне Радж. Опять Радж. Не думайте о нем плохо. Вы его совсем не знаете. Когда умирал твой отец, ты не забыла. Я ему обещал, что буду тебя воспитывать. С тех пор я считаю тебя своей дочерью. Я постоянно о тебе забочусь. И тебе бы следовало знать мое мнение. Я знаю. Знаю, что вы обо мне заботитесь с детства. Но напоминать об этом... Thank you.
приятная встреча. Ты меня не забыл еще. Это очень любезно с твоей стороны. Что произошло? Ты попался в любовные сети? И сейчас, значит, у тебя нет времени заниматься работой? Ты ошибаешься, Джоган. Нам скоро предстоит интересное дело. Девушка очень богата. Но не надо торопиться. Я должен еще кое-что подготовить. Замечательно. Теперь мне все ясно. Ты молодец, сынок. Но только знай. Если ты обманешь Джагу, тебя ждет это. Джага. Я ничего не хочу знать. Я знаю одно. Ты — это ты. И я люблю тебя. Но только знай, если ты обманешь Джагу, тебя ждет это.
जिंदगी की ये चिता मैं जिंदा जल रहा हूँ हाय सांस के ये आग के ये तीर चीरते हैं हर बार हर नरक न चाहिए मुझको फूल मुझको गीत मुझको प्रीत चाहिए मुझको चाहिए महार मुझको चाहिए महार मुझको चाहिए महार मुझको चाहिए बस
Спаси меня, мама! Мама! Что такое, Радж? Мама, я не хочу воровать. Я больше вором не буду. Я тебе обещаю, что всю жизнь буду честным. Мама, я буду работать, я клянусь тебе. Меня теперь никто не посмеет назвать бандитом и вором, слышишь? Все будут говорить, что твой сын честный человек. Мама, ты мне веришь? Как мне тяжело, как мне перед тобой стыдно за все. Будет иначе, мама. Вот ты увидишь. Ты уволен. Расчет получишь в конторе. Что? Мне воры не нужны. Ты можешь убираться отсюда. Я хочу вас спросить. Если вы отказываете вору в работе, что он тогда должен по-вашему делать? Он должен опять идти воровать для того, чтобы не умереть с голоду. Убирайся! Тебя выгнали отсюда? Что ж, возвращайся к нам. Радж, Джага тебя зовет. Оставь меня в покое. Если он бросит воровать, он сдохнет с голоду. Для него все дороги отрезаны. Я посмотрю, что он мне через месяц ответит. Ничего, он еще вернется. Куда? Риты нет дома? Мне не велено вас пускать. Это приказание господина судьи. Не велено пускать. Пойди, скажи Рите, что я хочу поговорить с ней. Передай, что я буду ждать ее на улице. Нет, я не буду ничего передавать. Идите своей дорогой. Своей дорогой. Какая это дорога? Ну, друг. Посиди со мной. Расскажи мне что-нибудь хорошее. Мы ведь похожи. Оба одинокие. Оба бездомные. Бродяги. И никому мы не нужны. Ты видел мало хорошего, я тоже. Хотя ты животное, а я человек. Человек. Я тебе ничего не могу дать, кроме ласки, друг. Можешь обойти. Не видишь? Придержи язык. Замолчи, бродяга. Грязный дикарь. Ну,
говоришь? Бродяга, говоришь? Ты сказал мне дикарь? Каждый, кто хочет, может оскорбить меня. Настройщик рояли? Да. К сожалению, ваш слуга принял меня за настройщика. अब रात
Рита. 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 Вот. Это пригласительные билеты. Что? Ведь завтра день твоего рождения. Разошли эти билеты друзьям. Всем друзьям. Да, всем, кто имеет право так называться. День твоего рождения. Здравствуй, Радж. Ты мне принес подарок? Мне его не на что купить, Рита. Я принесу в другой раз. Ты считаешь, что подарить можно только то, что в магазине? Ты можешь подарить даже цветок. Даже цветок? Ну вот. Я тебе дарю этот цветок, но только ты не забывай, что когда-нибудь я тебе принесу дорогой, настоящий подарок. Это ты? Пришел, значит? Я этого давно ждал. Да, в мире только одна дорога для тебя. Мне нужна 1000 рупий. 1000. Мне нужна 1000 рупий. 1000? Хм. Почему я тебе должен давать деньги? Я эти деньги верну тебе. Вот. Она меня пригласила. Она не знает, что я вор. О, ты считаешься порядочным человеком, да? Значит, ты должен надеть приличный костюм и должен купить ей подарок. Все это продается в магазинах. Купить очень легко. Пожалуйста. Нужно иметь 1000 рупий и только. А где же их взять? Нужно заработать, а для этого ты должен вернуться ко мне и как раньше воровать и грабить. Будешь? Нет. Нет. Я больше красть не буду. Я к тебе никогда не вернусь, понял? А что же ты будешь делать? Если человек пошел по этому пути, он уже никогда не вернется назад. Ты что, этого не понимаешь? Ведь у тебя написано на лице, что ты вор. Костюм тебя не спасет. Ты никогда не будешь порядочным человеком. Знай, у тебя дорога иная. Ты должен воровать, грабить и убивать. Этого хотел твой отец. Осторожней ходить. Вы занимаете столько места, что маленькому человеку трудно пройти. Вы говорите вздор. Thank you.
Какая ты сегодня красивая. Да? Скажи, кого ты ждешь? Показать тебе? Да. Вот он. Радж. 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 Я тебя ждала. Вот тебе подарок, Рита. Как? Тебе нравится? Ну зачем это? Зачем ты истратил столько денег? Мне ничего на свете не жалко для тебя. А это я просто украл. Украл? Угу. У звезд неба. Зачем это, Радж? Дикарь? Конечно. А кто же ты? Какой ты смешной, Радж. Купил такое дорогое колье, а футляр купить не догадался. Ты, наверное, не знал или очень торопился, да? А футляр... Рита! Господин Рагунат зовет. Скорей. Сейчас. Ты о чем задумал? Я хочу тебя с судьей познакомить. Хорошо. Где ты была, Рита? Уже все собрались. Вы долго ждали меня, простите. Вот, это тебе подарок. Нравится? Ничего не могу понять. Один пустой футляр дарит, другой колье, но без футляра. हमें मिली मिली आँखें, मिली मिली आँखें।
के भीगी आंखें, ओए हमने एतबार किया, खुलकत का इकरार किया, ओए रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया, एक बेवफा से प्यार किया, उसे नजर को चार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। Что ты наделала, Рита? Ты полюбила вора. Что ты скажешь о его подарке? Ничего. Просто пойду и возвращу его. Рита, мне нужно поговорить с ним. Пусть он придет сегодня. Раш много страдал, дорогая. Ему очень тяжело. Поймите это. У него золотое сердце. Он вас так любит. Вы одна можете его спасти. Вы тоже любите Раджа. Помогите ему, Рита. А где теперь Радж? Он не приходил. Я не знаю, где он теперь. Я найду его. मोहब्बत करके सनम हम तुझसे मोहब्बत करके सनम रोते भी रहे हंसते भी रहे रोते भी रहे हंसते भी रहे खुश हो के सहे उल्फत के सितम खुश हो के सहे उल्फत के सितम रोते भी रहे हंसते भी रहे रोते भी रहे हंसते भी रहे है दिल की लगी क्या तुझको खबर आखर आई नजर है दिल की लगी क्या तुझको खबर एक दर्द उठा थर आई नजर थर आई नजर खामोश थे हम गम की कसम रोते भी रहे हंसते भी रहे रोते भी रहे हंसते भी रहे ये दिल जो जला एक आग लगी बहे बरसात हुई ये दिल जो जला एक आग लगी आंसू जो बहे बरसात हुई बरसात हुई
बादल की तरह, बादल की तरह आवारा थे हम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे। राज Тарита, полиция тоже здесь? Зачем ты так говоришь? Я была у твоей мамы, она мне обо всем рассказала. Так ты все теперь знаешь. Знаешь, кто я такой. Бродяга и вор, вот кто. Чего ж ты хочешь? Мы ведь с тобой друзья, Радж. Милый, я по-прежнему люблю тебя. Любишь? Ты дочь знатного человека, а я нищий. Бродяга. Ты воспитывалась в богатом доме, а я в тюрьмах рос. Что же у нас общего? Какие мы друзья с тобой? Все это можно изменить, я знаю. Я тебе помогу, только ты брось все старое. Радж, Радж, необходимо начать новую жизнь. Это от тебя зависит, от тебя. Нет, Рита. Уже поздно изменить что-либо. Кто заставит меня забыть все, что было? Мои унижения, мои муки, обиды. Можешь ли ты это понять? Понять, как это страшно. У меня не было отца. Я даже не знаю имени его. И мне это ставили в вину всю жизнь. Поздно, Рита. Поздно, Рита. Все кончено. Рита, почему ты молчишь? Мы с тобой должны навсегда расстаться. У меня другой путь, Рита. Прости меня, я тебя недостоин. Прости меня и забудь. А я думала, что сила воли у тебя есть. Поверь, это зависит от тебя самого. Рита, я хочу забыть прошлое, но это очень трудно. Прошлое преследует меня. Меня выгоняют с работы, потому что я был вором. Больше терпеть все это нет сил, Рита. Больше терпеть все это нет сил. Милый мой, ты же не один. С тобой мать и я. Мы с тобой. Ты со мной? С бродягой? Радж, я с тобой навсегда. Слышишь, мне все равно, что другие думают о тебе, любимый. Ты — это ты, и я твоя. Ты не можешь мне не поверить. Я верю тебе. Но ты забыла, что на мне клеймо позора. Мой Радж, я тебе помогу смыть это клеймо. Ты? О чем? Идем. Садитесь. Имя? Радж. Просто Радж? Да, господин судья. Имя вашего отца? Я не знаю его. Понятно. Ваше занятие? Безработный. Такой же, как и тысячи других. А на что вы живете? Ваше что, состояние?
Ничего нет. Я припоминаю, что много лет назад вы были чистильщиком. Да, был когда-то. И вы собираетесь жениться на Рите? Да, если вы разрешите. Вы не раз сидели в тюрьме. Рита, наверное, говорила вам, что я теперь... Исправились, да? На время бросили свое занятие? Да. Бросил. Превосходно. И вы хотите жениться на девушке, которая будет адвокатом? Зачем вы издеваетесь надо мной? Зачем? Мы ведь любим друг друга. Я хочу жениться на ней. Это я слышал. Понятно. Сядьте. Давайте вести деловой разговор. Я вас не понимаю. Вы блестяще вели вашу игру и завлекли в свои сети доверчивую девушку. Я понимаю, для чего это было сделано. Мне нужно знать, сколько вы хотите за то, чтобы оставить ее в покое. Я считал самым плохим человеком себя. А теперь я вижу, что бывают и хуже. Вы намного хуже меня, я убедился в этом. Что такое? Ты смеешь грубить мне, бродяга? Да как ты мог подумать, что я так легко отдам Риту в жены тебе? Пусть лучше она никогда ни за кого не выйдет замуж, да? Слышишь? Вы думаете, что будет лучше, если Рита выйдет замуж за богатого? За какого-нибудь судью? Негодяй! Вон отсюда! Я уйду из вашего дома, господин судья. Только прежде я хотел бы задать вам один вопрос. Так ли легко было бы у вас на душе сейчас, если бы на моем месте стоял ваш сын, и вы ему отказали бы в счастье только потому, что он беден и не в чести? Очень нужен. Он ждет тебя. Радж, разве ты не узнала меня? Ведь я Джага. Джага? Джага, какой ужас. А, ты меня не забыла. Что нужно тебе? Тш! Да замолчи ты! За мной гонится полиция. Радж где? Сейчас же убирайся отсюда! Я не буду тебя прятать здесь, слышишь? Убирайся отсюда! Ах, вот что! Ведь я отпустил тебя когда-то. Ты забыла об этом, да? Подумай, что ты делаешь. Радж мой ученик. Я его на ноги поставил, сделал человеком. Ты моего сына сделал человеком? Он стал преступником из-за тебя. Ты погубил его. Бандит, негодяй. Ты испортил жизнь мне и моему сыну. Убирайся! Сейчас же убирайся отсюда! Полиция! Полиция!
Полиция! Замолчи! Замолчи! Ты слышишь? Замолчи! Шагал! Ты будешь драться с учителем? Введите обвиняемого. Имя обвиняемого. Господин судья, его имя Радж. Имя его отца? Он его не знает, вероятно, у него не было отца. Тише! Обвиняемый Радж незаконно рожденный. Вы обвиняетесь в убийстве бандита Джаги. Где ваш адвокат? Обвиняемый отвечает. Вы пригласили защитника? Господа, суд откладывается. Обвиняемый Радж, мы сами назначим вам защитника. Все законы я знаю. Радж хотел защитить вас, поэтому он убил Джагу. Это не преступление. Умоляю. Доченька, спаси его, если можешь. Необходимы ваши показания. Они очень помогут делу Раджи. Вам надо пойти в суд. Хорошо. Я пойду. Рагунат. Смотрите, задавили! Женщина под машину попала! Смотрите, насмерть! Нужно врача, скорей! Под машину, назад! Радж вынужден был убить Джагу, чтобы спасти мне жизнь. Он защищался. Так, подпишитесь вот здесь. Ваши показания спасут его? Раджа должны оправдать. Я знаю. Я скоро приду. Ма! Ма! Радж! Что с тобой, мам? Родной.
Это судья Рагунат убил тебя. Что ему от нас нужно, будь он проклят? Не говори так, Радж. Он причинил мне столько зла. Ты ведь знаешь. Помолчи, Радж. Он твой отец. Мой отец? Что ты говоришь? Ты бредишь, мам. Нет, мой дорогой, это правда. До сих пор я скрывала это от тебя. Теперь я умираю. Кто же, кроме меня, скажет тебе об этом? Этого не может быть. Я не верю. Это очень длинная история. А времени у меня осталось мало. Я дам тебе одну вещь. Ты покажешь ее судье. И он поймет, кто ты, и освободит тебя. Он не простил свою жену, но простит сына. Я знаю, Радж, он простит. Он, который всю жизнь мучил мою мать. Мы так страдали с тобой из-за него. Мне не нужно его прощение. Это он должен просить у нас прощения. Если бы я могла его увидеть еще раз, я бы умерла спокойно, мой мальчик. Пора идти. До свидания, мама, я ухожу. Прощай, Радж. Я ему отомщу все равно. Нет, нет, родной. Я ему за все отомщу. Нет, не надо, я тебя умоляю. Ма! Господин судья пришел навестить вас. Господин судья? Какой господин судья? Под машину, которую вы попали. Я ничего не вижу. Я ничего не вижу. Так вы все-таки пришли ко мне. Простите. Я так виноват перед вами. Простите меня. Виноват? Простить? Я знаю, он сделал это намеренно, чтобы как-нибудь скрыть свою подлость. Ма. Господин судья. Скажите, чем может кончиться этот процесс? Постой, о чем ты? Я говорю о Радже. Ты с ума сошла? Ты не думаешь, что говоришь? Ты же умная девушка. Через несколько дней ты станешь адвокатом, потом судьей. Ты будешь работать в суде.
Ведь тебе придется вести все возможные дела. А ты плачешь, как маленький ребенок. Зачем вы так говорите? Он мне дороже жизни. Я люблю его, поймите. Понимаю я или нет, это не имеет значения. Ты обязана встать на точку зрения закона. Но правда на стороне Раджа. Я требую справедливости. Вам лучше других известно, что он ни в чем не виноват. Прочтите предсмертные показания его матери. Хорошо, сейчас его можно оправдать, я допускаю. Я согласен, что случай особый, но вся его прошлая жизнь выглядит как длинная цепь разного рода преступлений. Ты же изучала закон. Как можешь ты любить его? Но мое сердце не изучало законов. Да, сердце и закон. Закон и сердце. Да, это разные вещи. Мало подходящие сочетания. Я согласен с тобой, Рита. Для сердца нет законов. Вот и мое сердце. Сейчас во мне дьявол сидит. Радж, брось нож! Сбежал из тюрьмы? Да. Чтобы за все отомстить. Радж! А твой адвокат почти убедил меня. Я чуть было с ним не согласился. В том, что на этот раз ты не был виноват. И я даже думал тебя помиловать. Мне от вас ничего не надо. Я не прошу никакого помилования, слышите? Не надо! Все. И только. Ты трус, а чтобы убить, нужна смелость. Благодарите свою звезду. Это случайно, что я не убил вас. Теперь я могу всадить этот нож в твою глотку. Меня оправдает любой суд. Все признают, что я убил тебя, защищаю свою жизнь. Остановитесь! Вы с ума сошли! Да, пожалуй. Он недостоин этого. Такому, как он, бродяге, нужна только веревка. Радж! Радж! Теперь вы знаете всю жизнь обвиняемого Раджа. Теперь вы знаете, почему он встал на путь преступлений. Господин судья, преступник не он, а его отец. Это он выгнал из дома жену, которая была невиновна. Он оставил на произвол судьбы своего сына. Сын его рос в трущобах. С детства он вынужден был жить среди воров, бродяг и бандитов. Мог ли он вырасти честным, господин судья? Господа присяжные, я считаю, что вы должны вынести приговор не Раджу, а тому, кто виноват во всем, его отцу. Господин судья, позвольте мне ответить. Я полагаю, что уважаемый адвокат, руководствуясь личными чувствами, рассказал историю, мало похожую на действительность. Адвокат утверждает, будто бы я отец прирожденного преступника. Я хочу спросить одно. Как уважаемый адвокат докажет это? В мире не существует доказательств, которые убедили бы вас, если вы сами не захотите признать это. Судья Рагуна, эти доказательства должны быть у вас в сердце. Вот ваш сын. Взгляните на него, смотрите в его лицо. Это же ваши черты. Прислушайтесь к его голосу. Радж во всем похож на вас. Неужели и теперь ваше сердце не признает сына? Закон не может считаться сердцем. Господин судья, сердце тоже не признает законов. Мне добавить нечего. Обвиняемый Радж, если вы хотите говорить что-нибудь, говорите.
Да. Первый раз в жизни я получил право говорить. Для этого мне надо было стать убийцей. Если бы меня выслушали раньше, я сейчас бы не стоял здесь. Уважаемый адвокат старался спасти меня от виселицы. Рита рассказала вам историю моей жизни. Вам известно обо мне все до конца. Я бродяга и вор. Конечно, я плохой человек. Я совершил много преступлений за свою жизнь. Выносите мне любой приговор. Вам дано это право. Но разве, осудив меня, вы сможете что-нибудь изменить? Удастся ли вам избавить от моей участи тысячи детей и подростков? Сможете ли вы устранить то зло, которое делает их преступниками? Голод, нищета сделали меня таким, горе и унижение. И таких, как я, сотни и тысячи, загляните в трущобы и грязные кварталы. Дети больше всего страдают от этого. Я не прошу вас думать обо мне. Подумайте о детях, о том, что их ожидает, какое будущее вы им готовите. Подумайте о том, чтобы и ваши дети не сделались преступниками и не оказались на скамье подсудимых так же, как и я. Я был таким же, как все дети, и у меня не было забот. Моя мать, как все матери, видела светлые сны. Она очень часто повторяла мне: мой дорогой мальчик, будь прилежен, обязательно учись. Ты будешь адвокатом, а потом судьей, как твой отец. Я знаю, какое решение примет суд. Я готов выслушать ваш приговор. Меня больше интересует другое сейчас. Мне хочется знать, что скажете вы, судья Рагунат? И какое решение подскажет вам ваше сердце? Я сам преступник. Я пришел к сыну. Вы сказали преступник? Да. К сожалению, закон меня не в силах наказать. Нет. Моя совесть вынесла мне приговор. Совершил мой отец. Я думаю о том, как моя мать всю жизнь страдала из-за него, о том, что он сделал со своим сыном, о том, что уже ничего нельзя изменить. Вот почему.
Почему я плачу? Мой сын! Обвиняемый Радж, судебное следствие подтвердило предъявленное вам обвинение в покушении на жизнь судьи Рагуната. Но принимая во внимание сказанное здесь вашим адвокатом, суд считает возможным смягчить наказание. Суд приговаривает вас 3 годам каторжной тюрьмы. Ты же адвокат. Как же ты будешь вести дела в суде? Плохой из меня адвокат. Я не смогла тебя спасти. Ничего. 3 года пройдут быстро. Я всего добьюсь, если ты будешь со мной. Увидишь, люди еще назовут меня порядочным человеком. Будут уважать. Я смогу учиться. Ты мне поможешь. Я буду адвокатом. Правда? Потом судьей. Я знаю одного судью. Мне он нравится. Я буду судьей обязательно. Тогда ты не назовешь меня дикарем? Назову дикарь. Свидание окончено. Идите. Вот, возьми. Это мой подарок. Я его не украл. Это мама мне дала. Я только сюда его принес украдкой. Радж. Радж. Рита. Ты меня жди, Рита. Будешь ждать меня. Конечно, 3 года это недолго. Милый, я буду ждать тебя. Рита. Буду ждать, дорогой мой, буду. Любимая. Заключенный номер 308. Камеру. Это меня. आबाद नहीं बर्बाद सही गाता हूँ खुशी के गीत मगर गाता हूँ खुशी के गीत मगर जख्मों से भरा सीना है मेरा हंसती है मगर ये मस्त नजर दुनिया दुनिया में तेरे तीर साया तकदीर तम
Авара.